16 к 2087.07.2018. Обновлено 16-37 июля 2018 года 23201 Берлин, 7 ю. РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании постоянного комитета в субботу предложил перенести рассмотрение трех резолюций, касающихся РФ. Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии. Мы хотим обратить внимание на три проекта дополнительных резолюций, которые касаются непосредственно России. Они, на наш взгляд, носят необъективный и конфронтационный характер, тогда как наша организация призвана налаживать сотрудничество, заявил Толстой. По его словам, во многом положения этих резолюций основаны не на фактах, а на домыслах и фейковых новостях. РФ предлагает на этой сессии не рассматривать эти три резолюции с тем, чтобы их авторы могли бы непосредственно приехать на территорию РФ и своими глазами убедиться в реальном положении дел, чтобы не ставить ассамблею в ситуацию, когда мы принимаем решения, явно не имеющие отношения к реальности, сказал Толстой. Он подчеркнул, что РФ предлагает не рассматривать три резолюции, отложив их на более поздний срок. 27-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Общая тема сессии – выполнение обязательств в рамках ОБСЕ, роль парламента. Решетка Петр Толстой, решетка Парламентская ассамблея.б.с.е. Решетка Россия.